Добрый вечер всем. Вот у меня спрашивали, как я делала бездрожжевую закваску для хлеба. Я хочу воспроизвести это, если у меня, конечно, получится еще раз. Я уже не помню, как я это делала. Но я брала 50 миллилитров воды, 50 грамм муки. Мука у меня высшего сорта. Я это сейчас взвесила, но можно, конечно, ложками отмерить. Раз, два, три. Получается 4 ложки, 50 грамм. Я на весах это только что вот взвесила. И столько же воды, 50 миллилитров воды, тоже измеряла мерной кружкой. Вот это все нужно хорошо перемешать. Это будет первый день. Хорошо перемешать и оставить на ночь, на сутки. Сейчас она такая получается густая, а завтра она уже должна пожиже стать. А сейчас вот такая вот густенькая будет. Сейчас я ее размешаю все, покажу вам. Муку всю собрать надо. Вот такая она, густая получается, как на оладьи тесто. Все, все сделала. Накрываю вот такой крышкой, прозрачной, от сметаны. Ставлю в сторонку, вот сюда. И прикрою я ее полотенцем, эту баночку. И завтра встретимся также к вечеру. Сегодня второй день, как мы будем делать нашу закваску. Вчера мы ее сделали. Вот она у нас здесь простояла сутки в банке. Смотрим, что тут получилось. Крышка у меня не плотная. Закваска дышит. Плохо видно. Пузырьки там уже появляются. Вот есть. Чуть-чуть есть. Вот здесь вот есть пузыречек. Так что пузырьки начинают появляться. Запах пока просто мука, мукой пахнет. Значит, сегодня второй день, мы добавляем снова в таком же количестве муку и воду. Сначала воду лью. Воду, я уже говорила, можно брать после фильтра. У нас фильтр стоит, поэтому я прям с крана беру. А можно из банки. В магазине продают воду, но только не кипяченую. Размешиваю закваску с водой. Теперь добавляю сюда муку. Столько же, сколько и было и воды. И все нужно размешать. И снова оставить еще на одни сутки. У нас на третьи сутки, по-моему, должен появиться неприятный запах. Начнется брожение. Неприятный запах появится. Но потом он пропадет. Вот такой. Хорошо перемешаю и накрою крышкой. Чтобы не было комочков, надо перемешать все. Все размешала. Закрываю снова крышкой. У меня крышка не плотная. Воздух туда проходит. И оттуда тоже. Ставлю снова сюда. На край стола. Здесь она мне не мешает целый день. Накрываю. И до завтрашнего вечера. Сутки ждем еще. Наступил сегодня уже третий день нашей закваски. Появляется неприятный запах. Кислым таким, неприятным. Воды доливаю. Такую же норму, как и вчера и позавчера. Перемешиваю все. И сыплю муки столько же.
и хорошо размешиваю все. Все размешала. Сейчас покажу, какой густоты должна быть наша закваска. Вот такой, как сметана. Когда мешаю, пузырьки появляются. Все перемешала, накрываю снова крышкой, ставлю в сторонку. Тут здесь никому ничего не будет мешать. И еще на сутки. Вот так. Шел четвертый день его жизни, ее жизни. Тут наша накваска, закваска, накваска, как хотите. Мы ее выращиваем, выращиваем, смотрим. Смотрю, все в пузырьках. Так, сейчас посмотрю здесь сверху. А здесь вот внизу еще не вижу таких, мелкие очень. Запах стал не очень приятный, но так и должно быть. Выливаю. Все тот же состав. Воды, муки. Воды лью сначала. Размешиваю. Так. И муки. И снова размешиваю, чтобы не было комочков. Размешала. Смотрите, пузырьки есть. Все нормально, значит, происходит. Некоторые, когда делают закваску, часть от нее убирают, потом добавляют, подкармливают, и заново, значит, она бродит. Но я взяла сразу литровую банку большую, поэтому и дозы, что я добавляю, у меня грамм 50 воды, грамм 50 муки. Небольшая, а берут ведь по 100 грамм, но мне такая порция не нужна большая. Потом куда я ее буду девать? Накрываю, снова закрываю. Ой, сколько пузырьков там. Думаю, что завтра уже должен быть запах меняться. Должен быть в лучшую сторону измениться запах. Накрываю. Еще на сутки красавица наша будет стоять. Пятый день. Открыла. Смотрю. Ох, какая красота. Нюхать буду. Но уже не такой вредный запах, как вчера. Немножко поприятней. Пузырьков много. Бродит все. Перемешиваю. Заливаю воды. Все в тот же состав. По 50. По 50. Теперь муку. Смотрите, прям на ложке пузырьки. Оп. И размешиваю все. Еще не готово. Все размешала. Вот такой густоты получается. Как сметана. И снова оставляю на сутки. Накрываю крышкой и снова на место и закрою. Шестой день сегодня. Смотрим, что у нас получается здесь. Более активная стала наша закваска. Смотрите, понюхаю, но еще не готова. Она должна немножко яблоками пахнуть. Еще будем кормить. Сначала размешаю, но пузырьков много уже. Воду лью, размешиваю. И муку. Так же, как и каждый день. В
таком же количестве. Все размешать нужно. Чтобы комочков не было. Размешала. Ну, мне кажется, немножко жидковато. Я ложку сюда муки еще добавлю. Надо чуть-чуть погуще, чтобы было. Одну. И снова размешиваю. Все размешала. И сверху есть уже пузырьки. Она у нас становится сильная. Смотрите, пузырьки есть. И ставлю еще на сутки. Думаю, что завтра она уже должна быть готова. Будем нюхать завтра. Накрываю крышкой. Закрываю. Добрый вечер. Сегодня будем смотреть. Закваска наша должна быть уже готова. Ну, посмотрим. Смотрите, как она бухтит вовсю, развивается. Она ночью, смотрите, она куда поднималась. Поднималась и опустилась. Так и должно быть. Так что запах уже у нее не противный. Приятный. Немножко так, как будто чуть-чуть спиртом отдает. Но так должно быть. Я думаю, что наша закваска готова. Так что можем даже сегодня поставить хлеб бездрожжевой. На ночь сегодня поставить можно. Я насыплю в миску, вот, померяю сколько, стакан муки, цельнозерновой тоже нужно насыпать муки. Мне нравится хлеб с цельнозерновой мукой. Я ее не сею, эту муку, потому что в ней крупные крупинки, частицы крупные. Насыплю стакан. Сегодня насыплю стакан. Видите, она темнее цветом. А мука первого сорта, это первый сорт мука, просеянная у меня. Сейчас вот так размешаю все. Смешаю всю муку. И светлую, серенькую. Так, теперь мне сюда нужно... Размешаю все сейчас в этой банке. Шипит даже. 6 ложек возьму вот этой закваски в тесто. Что-то жидковато немножко получилось, но думаю, что она нормальная должна быть. 2, 3, 4, 5, 6. А вот эту... Подкормлю и оставлю до утра, а утром поставлю в холодильник. Подкормлю я ее мукой первого сорта. 1, 2, 3 ложки размешаю. И добавлю сюда воды. Так же, как до этого подкармливали, столько же. И снова размешаю. Должна у нас получиться консистенция густой сметаны. Оставим до утра, а утром в холодильник поставлю для следующего хлеба. Так, а в эту муку с закваской я налью 300 мл теплой воды. Не кипяченой, теплой. И все размешаю. Размешала все, у нас получилось вот такого теста, вот такого качества, состава и жидкости вот такой. Вот, теперь мне сюда все-таки нужно добавить еще муки, чтобы оно стало чуть-чуть погуще. Сыплю стакан муки, а буду добавлять постепенно. Посмотрю, сколько уйдет. Полстакана насыплю сразу.
и снова размешаю. Смотрите, пока я замешивала тесто, здесь у нас снова уже брожение пошло, пузырьков много. Значит, закваска наша сильная, и буду я на ней теперь постоянно печь хлеб. Оставлю, накрываю крышкой, снова ставлю до утра. Доброе утро всем! Сегодня я буду продолжать готовить хлеб, который на закваске бездрожжевой. И вчера мы немножко подкормили закваску, которая оставалась у нас в банке. Сегодня ее уже нужно поставить в холодильник. Пузырьков много, хорошая закваска. Буду ставить в холодильник. Уберу пока. А здесь вчера вечером мы закваску замесили, добавили муки. Смотрите, что у нас получается. Наша закваска работает очень хорошо. Видите, сколько пузырьков? Мы сюда насыпали 2,5 стакана муки. Вот то, что оставалось от третьего стакана. Сюда же я сейчас досыплю. Надо другую ложку еще взять. Вот. Шипит. Вот эти полстакана досыпаю сюда и еще один стакан набираю. Это будет у нас 1/4 стакан муки. Все это мне нужно размешать. Тесто у нас получается вязкое такое, крепкое. Мешать его тяжеловато становится, поэтому я сейчас уберу ложку и буду мешать вот этой вот, она называлась, всегда называлась у бабушки, веселка называлась. Наверное, от того, что весело ей работать, так что буду ей веселить вас. Ну что, повеселимся? Начинаем. Тесто нужно хорошо вымесить, поэтому не спешите. Если оно соединилось с мукой, то это не значит, что оно уже готово. Нужно его вымесить, поработать. Пользуясь вашим советом, мне подсказали, чтобы миска не прыгала, также и дощечка разделочная, подложить под нее полотенце. Спасибо большое. Пользуюсь вашими советами. Месить нужно минут 5, чтобы все вымесилось. Кислородом обогащается. Смотрите, какое тесто становится однородное, эластичное. Вымесила тесто, все. Теперь нужно его пригладить чуть-чуть, руку мочу в воде. И вот так вот чуть-чуть водой обминаю. И ставлю в теплое место. Часа на 2, на 3. Оно должно немножко увеличиться в объеме. Накрываю полотенцем и в теплое место ставлю. Прогрею до 30 градусов и выключу духовку. Прошло чуть побольше 2 часов, 2:15. Я вытащила уже из духовки наше тесто. Смотрите. Оно подошло, пузырьки появились снова. Можно это тесто муки присыпать и немножко обвалять. Вот, и выпекать потом. А можно и в таком состоянии тесто выпекать. Ну как, выложить форму и опять подождать минут 20-25 до полчаса. Подождать, пока оно разойдется по форме все и в теплом месте. И потом ставить в горячую духовку выпекать. Я вот, наверное, так сегодня и сделаю. То раньше обваливала в муке еще. Хочу попробовать вот такой хлеб. Форму смазываю маслом. Фольгу тоже. Круглый у меня будет хлеб. Я в этой форме всегда почти хлеб пеку. Она у меня, это старая сковородка, для этого предназначена.
И теперь сюда вытаскиваю все тесто. Оно, видите, с дырочками пузырится хорошего состояния, качества. У нас получится наливной хлеб. Если вымешивать с мукой, то получится мелкие-мелкие дырочки в хлебе. Ну, посмотрим, какие у нас получатся дырочки в этом хлебе. Руку мочу в воде и снова немножко его расправляю по всей поверхности, но не сильно давлю. Чуть-чуть. Видите пузырьки? Он живой, дышит. Ставлю снова в духовку. Ну, на полчаса, наверное. Духовка теплая, до 30 градусов прогретая. Хлеб у нас расстоялся, разошелся по всей форме, немножко поднялся. Этот хлеб бездрожжевой закваски, он медленно все делает и поднимается медленно. Он особо высокий и не бывает. Он плотнее, чем обычный хлеб, но зато очень вкусный. Брызгаю сверху водой. Духовку уже разогрела до 180 градусов. И ставлю в духовку. Всего на час. Прошел час, выключаю и вытаскиваю хлеб. Он у нас румяный получился. Убрала фольгу, проверяем на звук. Хлеб у нас пропекся такой вот, как барабан звук. Теперь мне нужно его побрызгать снова водой, умыть хлеб. Вот такая у меня есть старенькая скатерть, накрываю и еще накрываю вот так. И он у нас должен остыть. Когда остынет или пристынет, я вам разрежу, покажу в разрезе, какой он получился. Прошло время, хлебушек наш уже остыл. Открываем все и резать буду. Пустит. Этот хлеб получается более плотный. Та-да-да-дам! Видите? Дырочки есть. Пропеченный хлеб. Ароматный. Я такой в детстве ела с чесноком у бабушки. Корочка треснувшая вот такая. Вот так мне так нравилось, когда хлеб с трещинкой, чеснок туда хорошо намазывался. Потом хочу сказать вам, кто, если хочет такую же закваску делать, как я сделала, я вам показывала прям по дням. Если вы захотите такую закваску сделать, хранить ее нужно постоянно в холодильнике. И если вы не печете часто хлеб, например, через день, через два, то закваску нужно обязательно подкармливать. Вот так же, как я делала по полстакана муки и воды до густоты сметаны. Вот. И дня через три надо, ну хотя бы два раза в неделю подкармливать такую вот закваску нужно. Всем удачи, приятных воспоминаний о моей закваске и всего хорошего!